Центральной библиотеке имени Есенина проводят мастер-классы по изобразительному искусству. Занятия из-за студии «Карандаш» ведет художник Юрий Усанов. На мастер-классе побывали и мы. Теперь переходим вот к этому, к нижнему цветку. Тема занятия – натюрморт с цветами. Острые розы или ромашки участники рисуют по разным образцам. На занятия приходят и взрослые, и дети. Ева Сурмалян – частый гость библиотеки. Один из любимых кружков – изо-студия «Карандаш» под руководством Юрия Усанова. Объясняет, как рисовать их надо. И дает картинку, чтобы мы по картинке нарисовали. Я сегодня использую карандаши. Мне все время нравится фломастер, но карандаши удобнее. В Есенинской библиотеке Юрий Дмитриевич работает с 1979 года. Сначала готовил афиши для кинотеатров, был шрифтовиком. На выставках и городских мероприятиях можно увидеть его работы. Многие жители города могли наблюдать 11 сентября на нашей локации исторической, то есть яркая наша тумба, украшенная плакатами, которые могло бы показаться распечатаны, да, вот на самом деле их нарисовал Юрий Дмитриевич. Я когда-то занимался очень плотно рекламой. Я делал этикетки на продовольственную продукцию. Детьми им надо же давать какие-то задания, как-то их развивать, детей. Ну и вот решили, значит, давайте организуем студию «Карандаш». Мастер-классы Юрий Дмитриевич начал проводить в библиотеке в 2016 году. Самое главное правило руководителя студии – не мешать начинающим художникам. Если, например, у человека стоит над душой, например, заставлять его заставлять или там говорить, вот, и рисуй так, сяк. Ну, на следующий день он не придет. Просто я у него отобью охоту. Я знаю это по себе. Это умение рисовать, оно постепенно как бы так приобретается. И если это заниматься систематически, это же какая-то как спорт. Вот сегодня человек отжался, например, 5 раз. Завтра он 6 раз отжался. Также систематически художник старается проводить свои занятия. Каждую пятницу Юрий Усанов рассказывает о великих произведениях и учит смотреть на мир глазами художника. Айтар Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.